Приветствую всех на своем канале. Сегодня расскажу, как сделать из цементного раствора камни без резки, сразу на сырую. Видео получилось длинное и очень интересно знать, нужны ли вам подробные мастер-классы. Буду благодарна за обратную связь. Итак, начинаем. Накидываем раствор. Отключаем голову. Отдаемся воле рук. Беру кисточку и кисточкой делаю фактуру. Местами прохожусь шпателем. Делаю все на сырую, не дожидаясь вставания раствора. Эти 1,5-2 квадратных метра делаю минут 40. Без покраски, естественно. Просто цементные работы. Пока обходила электрическую коробку и счетчик, немножко пришлось поаккуратничать, чтобы не запачкать их раствором. Наши камушки готовы, сушим и после просушки покрываем грунтовкой. И дальше я покрыла белым акрилом, не изгаляясь. Дальше взяла коричневую краску и прохожусь между камнями. Далее
Берем зеленую, коричневую и кремовую краску, кисточкой наносим пятнышки. Эти пятнышки растушевываем влажной губкой. Пятнышки наносим хаотично, как рука ляжет. Далее берем белый акрил и кисточкой проходимся по выступающим поверхностям. На следующем этапе мы берем рыжий цвет и влажной губкой немного даем кое-где, чуть потеплее камушек делаем, как бы припыляя, делая такую рыжую дымку. Ну вот, наши камушки готовы, ждем окончательной просушки, покрываем акриловым лаком. Получаем вот такой красивый природный результат.